Сегодня весна дала свой прохладный старт. Природа еще не проснулась, а вот прекрасные дамы уже оживились. Достают из шкафов легкие пальто, яркие сапожки, хотя еще достаточно рано. Снег сходит лишь местами, а первые живые листочки можно увидеть лишь в ботаническом саду. Учитывая, что живем мы в Забайкалье, крае ветреном и морозном, март считается все-таки месяцем зимним. Он отличается своим непостоянством в характере погоды. То добродушно одаривает горожан ярким солнцем, то неожиданно осыпает снегом и испытывает ледяным ветром. К последнему нужно готовиться особенно. Средняя ночная температура в марте минус 13, минус 18 градусов. Днем 1,6 градуса ниже 0. В конце месяца мы ждем повышения дневных температур до плюс 4 градусов. Осадков в марте мы ожидаем меньше среднего многолетнего количества 1-2 мм, при норме 3 мм. Ветер ожидается умеренный, в отдельные дни будет усиление естественного ветра до 15-20 метров в секунду. В этом году температурных аномалий не ожидается, а вот 110 лет назад в Чите было минус 45 – абсолютный весенний минус. К слову, был и плюс. Пусть не такой большой, но все же плюс 19 в марте – это приятно. Кстати, о приятностях и теплоте. Всех замерзающих весной традиционно греет 8 марта. Счастливые женщины, не менее довольные мужчины, а еще первые подснежники и армия котов, которые объявляют весенний призыв. Поэтому 1 марта – это повод начать жизнь сначала, с чистого листа. И неважно, какая погода за окном. Ульяна Токарева, Валерий Широков, ЗапТВ.